В Пекине мужчина напал на школьников с молотком. Инцидент произошел в начальной школе в столичном районе Сичен. Пострадали 20 детей. Трое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Я не знаю подробностей. Я услышала, что на детей кто-то напал с ножом. Очень переживала. Дети слишком маленькие, им нравится ходить в эту школу. Дети, находившиеся даже на том же этаже, где это произошло, ничего об этом не знали. Поэтому не хочется, чтобы эта информация широко распространялась, и чтобы у моего ребенка появился страх. Нападавший задержан. Это 49-летний бывший работник этой же школы, уроженец северной провинции Хэйлунцзян. Как сообщает государственное телевидение Китая со ссылкой на полицию, мужчина выместил свой гнев на детях после того, как ему отказали в продлении рабочего контракта. Подобные нападения на детей в Китае – не редкость. Так, на днях казнили мужчину, который в январе прошлого года зарезал либо поранил кухонным ножом 12 детей в детском саду.